Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 16 января, и сейчас мы находимся с вами на очень известном цветочном рынке Лондона. Это Columbia Road Flower Markets. Сегодня воскресенье. Смотрите, сколько здесь цветов продается. Видите, лимоны, другие растения, срезочные цветы. Давайте вот так вот пройдемся вдоль этого ряда цветов и посмотрим, что здесь продают. Я подъехала сюда уже к закрытию этого рынка, к сожалению. Но все-таки давайте посмотрим, какие цветы. Это тут вот срезочные, видите, букеты. Люди очень много покупают. Я думаю, это видео вам будет интересно. Я приеду сюда еще не раз. Я слышала об этом рынке очень много, но я здесь впервые. Смотрите, какая это красота. Вот эти цветочки мне очень нравятся. Смотрите, и белые такие есть, и фиолетовые. Какая красота. Такие розы. Все продается. Очень много людей. Я иногда буду останавливаться и не буду говорить ничего. Вы сами смотрите те моменты, которые мне удастся вам показать. Вау! Какие огромные кактусы. Тут вот посмотрите, видите? Там вот и суккуленты. Вот эти вот эчеверии, они прекрасно здесь в Англии, в Лондоне. На улице растут, зимуют. Сейчас даже среди зимы. Друзья. Середина января, видите, продают вот растения. Я приехала сюда в надежде и в желании, как говорится, увидеть что-то интересное. Я мечтаю увидеть здесь цимбидиумы. Но вряд ли мне это, конечно, удастся. Давайте пройдем дальше, потому что здесь очень много предложения. Такие вот веточки продаются. Хризантемы. Тюльпаны уже есть в продаже. Так, а тут вот комнатные растения, драцены. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Здесь чуть-чуть поменьше людей на цены. Так, какой аспарагус интересный. Этот аспарагус интересный. Очень красивый. Так, что здесь? Сейчас подойдем туда дальше. 5 фунтов. Эти аспарагусы 5. Коклеи. Так. Морозники уже продают. Мне кажется, это видео будет вам интересно. Мне очень интересно здесь, друзья. Тем более, что я здесь первый раз. Так. Этот фен 10 фунтов, эти аспарагусы. Огромные кактусы по 25 фунтов. Ну, какой этот огромный. Так, а тут вот уже что-то такое с цветами. Так, бромелиевые по 10 фунтов. Смотрим, 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 что тут еще. Я увидела орхидеи. Друзья, я увидела орхидеи. Сейчас я сюда пройду и спрошу. Вкус за коку. Вау, друзья, есть цимбидиумы. Так, цимбидиумы. 35 фунтов. Так, сейчас я здесь куплю цимбидиумы, друзья. Нереально не купить.
Ты этот вот красный. Так, вот этот смотрю. Так, этот будет мой. И ты красный. Such a beautiful. Вау, смотрите, какой куст огромный. Ой, да, я не могу пройти мимо этого. Я ради этого сюда приехала. Друзья, я покупаю. Я покупаю вот этого красавца. Так, здесь такое. Здесь такая. Наверное, я куплю вот этот вот. Да, вот этот вот получше. Так, друзья, еще есть вот такой вот нежно-розовый. Так, давайте еще посмотрим сюда, что здесь. Есть вот спрятанный вот такой вот. Видите? У меня такой есть. Oh, yes, I will buy. I just make video for people. Hey, I'm joking. Yeah, I'm I will joking, buy. I'm joking. I'm thank you so much, you're selling. Thank you. Друзья, вы сами видите, какая это красота. Я думаю, еще о покупке вот этого светло-розового. Он тоже очень красивый. Я немножечко отключусь. Друзья, вот эти вот орхидеи я купила. Сейчас я вам покажу. Вот они уже в пакетах запечатаны у меня. Какой цвет? Давайте посмотрим. Вот такие вот прекрасные цветы. Видите? Розовый. В такую вот... Видите? Розовый. В такую вот полосочку, черточку. Красивые. Красивые большие цветы. Вот такие вот. Показываю прямо на рынке. И еще купила вот красные, те, что я говорила. Видите, вот такие красные. Красота. Давайте развернем, какая здесь губа. Растения очень хорошие. Смотрите, какие большие росты здесь. Смотрите, здесь очень огромные кусты. Сколько здесь ростов. Пятилетнее растение. И здесь вот этот очень хорошее предложение. Потому что, как мне кажется, только в одном месте продаются здесь такие вот цимбидиумы. Висящие такие вазоны различные. Так, и здесь вообще очень хорошее предложение орхидей. Видите, вот там вот вдали фаленопсисы. А какой большой горшок и какое большое растение. Видите? Просто гигантская. Цена 12 фунтов. Здесь также есть еще и башмачки. Так. Хочу показать вам еще башмачки. Но для этого нам надо чуть-чуть переместиться отсюда. Сейчас. Потому что эти два пакета с орхидеями теперь мои спутники. Я их купила. И теперь мне надо постоянно с ними ходить. И снимать будет тяжело. Смотрите, осталось еще вот тут. И их разгребают прямо на глазах. Я пришла поздно, сейчас уже перед закрытием. Но цена все та же. Башмачки. Они стоят 12 фунтов. Вот там и дикий кот есть, видите, вдали. Что еще здесь продают? Конечно же, здесь такие декоративно-лиственные, но тоже... Огромное множество, большой выбор, друзья. Давайте рассмотрим поближе еще какой-то один ларек. Так, срезочные цветы. Они красивые, но это красота особая. Я люблю не срезанные цветы. Я люблю цветы, которые... Радует всегда своим цветением в саду. Так, есть ампельные эти традусканцы интересные. И такие вот различные. Так, и насколько я понимаю, тут еще очень долго можно идти. И очень много всего. И сухие букеты. Видите, какие сухие продают
сухоцветы. 7,50 букет. Вот такие вот сухие, интересные. И крашеные есть, и вот такие. Очень такие нежные, тоже мне это понравилось. Еще вот такие есть, видите? Идем дальше. Я очень рада, что я нашла цимбидиумы. Фактически ради них я сюда ехала. Так, а тут опять есть. Здесь опять есть башмачки. Смотрите, какие интересные башмачки. Я просто не могу приблизить, потому что я в руках держу два пакета с орхидеями. Так, смотрим, что здесь. Так, аспарагус. Так. Мне так кажется, что мне очень сильно здесь понравилось, друзья. И, наверное, скорее всего, я очень часто буду проводить свои выходные здесь. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам нравится такой вот иногда видеть видео на моем канале. Смотрите, какой интересный вот этот цвет, да? Такие варигатная форма. Если вам это нравится, буду снимать для вас. Но даже и если не снимать, я сюда буду приезжать очень часто. Потому что здесь красиво. Здесь можно отдохнуть. Так, мы подошли уже к концу этой цветочной улицы. Этот аспарагус, смотрите, какой красивый вот этот, такой мелкий. Ой, какой он красивый. Как мне хочется его купить, но немножечко. Цена 10 фунтов за этот горшок. Но я надеюсь, что он еще здесь и будет. Он очень нежный. Видите, такой необычный. Такой порхающий. Прям видите, вот ветер. Ветер вот этими веточками колышет. И вы видите, что он необычный. Не такой, как все. Идем в обратную сторону. Я хочу просто вам в целом показать, какое количество здесь людей, и все с растениями. Я когда подъезжала сюда автобусом, я просто, друзья, была уверена, что я выхожу на той остановке, что надо, потому что там вышло пол автобуса. И все стремились сюда. То есть это говорит о том, что цветы очень любят люди. И англичане тоже. О, какая красота, сколько здесь всего интересного. Но очень порадовала покупка орхидей. Потому что мне казалось, что в этом году купить их как-то нереально. Их просто не было в магазинах. И я решила попробовать поискать их вот на таких вот флауэр-маркетах. Видите, такая большая живая улица, вся в цветах. Здесь очень большое предложение. Здесь уже не осталось почти ничего. Цена та же самая. Вот этот вот, видите, такой пятнистый. Мне кажется, что мой такой же, тот, что у меня дома. Поэтому я его не покупаю. А тех два я купила, потому что уж очень они хороши. Смотрите, какая здесь атмосфера. Пять аспарагус, ну такой уже более привычный. Вот кто-то покупает, там, видите, кто-то покупает алоказию большую. Куча людей, все интересуются. Что здесь такое интересное? Так, это филодендрон такой. Видите, хорошенький. Там бегония. Так. Ну, здесь много всего, друзья. Чтобы это все рассмотреть, надо просто так вот спокойно идти и смотреть. А я пытаюсь еще что-то вот так вот вам показать, снять. И
Получается, что это так вот. Все фотографируют. Все фотографируют и снимают, друзья. Такие красивые здесь растения продают. Просто красота. Друзья, вот такой вот он, рынок цветов на Колумбия Роуд в Лондоне. Я думаю, что вам понравилось это видео, друзья. И я буду здесь еще не раз, потому что мне очень понравилось. Мне очень понравилось увидеть здесь множество растений интересных. Вот как это, к примеру. Смотрите, какая красота. Здесь очень много всего красивого, друзья. Смотрите, подписывайтесь на мой канал. Будет еще очень много всего интересного для вас. Много красоты, которая в Лондоне, которая есть в моем саду. Но мой сад, он красивый, но в нем нет столько всего красивого, что я вижу вокруг себя в Лондоне. Подписывайтесь. Спасибо огромное всем вам. Пока-пока. Yeah.